страсти. Настоящие десантники не купаются в фонтанах, а чтут память погибших товарищей. 2 августа, в день воздушно-десантных войск, сергиево-посадские голубые береты отправились в путь. Возложить цветы на могилы и мемориалы памяти воинам-землякам. Автопробег организовал Союз ветеранов и инвалидов Афганистана «Каскад» и военно-патриотический клуб «Патриот». В организованной автоколонии вместе с бойцами и ветеранами спецподразделений ехали друзья и близкие. Первая остановка – Рогачевское кладбище. Здесь похоронен Юрий Жигарлович, погибший в Афганистане в 1981 году. Рядом лежит его отец, кадровый офицер. Нина Ивановна, мать погибшего бойца, всю жизнь не может оправиться после потери сына. Для нее большая поддержка, внимание и помощь со стороны бывших афганцев. В Афганистане сын погиб. Привезли в Цинковом нам. Со мной инсульт случился. Болела, да и сейчас все болеет. Тяжело перенести смерть своих детей. Ребята хорошо это помнят. И приезжают каждый год, не забывают нас, и подарки нам дарят. Ну, дай Бог здоровья всем, кто не забыл нас еще. Почтили память погибших и на мемориале павшим в локальных войнах на улице Глинки. Вместе с военнослужащими в акции памяти участвуют байкеры, участники сергиево-посадского отделения клуба «Ночные волки». Многие из них прошли горячие точки и служили в спецподразделениях. Мы традиционно каждый год участвуем в этом пробеге. Вот. Считаю, что это необходимо и важно в воспитании нашей молодежи. Память, она всегда в наших сердцах. Ребята эти совершили подвиг, на который должна молодежь равняться. Слава ВДВ! На бульваре Кузнецова помянули погибших в Великой Отечественной войне. Священник Николай Кравченко прошел через многие горячие точки – от Афганистана до Чечни. Теперь служит в храме Петра и Павла, построенного в память защитникам Троицы Сергиевой Лавры, и каждый год отмечает праздник с однополчанами. Это, наверное, главный праздник в самой жизни, главный праздник как мужской, но очень большой значимости, потому что большинство ребят, которые здесь собираются, это прошедшие войну. И через десантные войска это такие сложный период жизни каждого человека. Поэтому объединяет гораздо больше, чем дружба. Потому что это, ну, когда собираемся, мы чувствуем себя одной большой страной. Побывали десантники и на могиле легендарного основателя «Каскада» нашего земляка Юрия Шагинова. Кавалер 3 орденов Красной Звезды и 2 орденов Мужества после выхода на военную пенсию помогал семьям погибших военнослужащих. В 2015 году Юрия Васильевича не стало. Президентом «Каскада» был выбран его друг и сослуживец Николай Кезбер. Я его знаю с 99 года. Мы вместе в одной группе ходили, служили вместе. Это человек, которому, что при в военное время, что в гражданское время, можно было всегда довериться, рассказать. И он всегда может помочь, точнее, мог помочь, всегда поддерживал. Этот человек для меня как не только друг, сослуживец, как брат. Он для меня был авторитетным человеком, которого я слушал, уважал и уважаю до сих пор. Ценю его, все, что он делал. Автопробег памяти организован в том числе и для молодежи, чтобы подрастающее поколение знало и помнило своих героев. Под началом Николая Кезбера организован военно-патриотический клуб «Патриот». Именно его воспитанники несли вахту на каждом месте возложения цветов. Так было и на мемориале павшим в Великой Отечественной войне. Фактически мы доказали, что, как один хороший человек сказал,
цитата его, да, это фонтане купаются ряженые. Десантники настоящие не купаются в фонтанах, они защищают честь своей страны. Шарапово, Воздвиженское, Парк Победы в Хотьково и Горбуновское кладбище. Таковы были дальнейшие остановки автопробега памяти в этом году. В следующем году десантники надеются расширить маршрут и привлечь большее число молодежи. Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов. Тема.